У нас, значит, такое, ко мне обратились наши члены общины, вот, молодые люди, которые решили, значит, создать семью христианскую. Вот. И по обычаю православной церкви заранее уведомляется, там, где есть, ну, община. То есть люди, когда знают друг друга, знают для чего, чтобы молитва совершалась. Потому что это событие в жизни человека, можно сказать, самое важное. Но бывает, что молодой человек одно делает предложение, а сам там уже все где-то есть. Чтобы этого не было. Кто-то увидел, сказал, а это вот так вот, это нехорошо. Потому что в семье вот это нельзя, а община – это семья. Где говорят, что общины нет, там нет семьи. В Покровском соборе никто объявлять не будет, потому что там никто и не знает.